Чтобы уберечь ребенка от несчастных случаев в различных ситуациях, необходимо научить его безопасному поведению на дороге. С этой целью сотрудники госавтоинспекции провели мероприятие в Кашхабльской школе номер 1, посвященное правилам дорожного движения и безопасности «Я соблюдаю ПДД». В ходе профилактических бесед сотрудники госавтоинспекции напомнили о важности обучения детей правил дорожного движения с самого раннего возраста. Юные участники ответили на вопросы, какие правила надо соблюдать при движении на самокате, велосипеде, как правильно переходить дорогу и многие другие. Мы вот приехали с госавтоинспекции, хотим для вас довести, что скоро вот у вас каникулы начнутся, чтобы вы аккуратно вели себя возле проезжей части, какие-то различные игры не проводили возле проезжей части. Велосипеды пойдут скоро, на велосипедах тоже надо знать, в каких местах кататься. В ходе беседы дети вспоминали, кого называют водителем, пешеходом и пассажиром, закрепили знания о дорожных знаках и их классификации, правила безопасного поведения на улицах и в транспорте, правила перехода перекрестка, регулируемого светофором. Также рассказали о факторах, влияющих на аварийность, и разобрали сложные дорожные ситуации, с которыми дети могут сталкиваться на дорогах. Мы проводим профилактическую работу в образовательных учреждениях, в других детских организациях, где работают с детьми в целях предупреждения правонарушений, преступлений. И также мы работаем с детьми, которые совершили, допустили правонарушения административные и совершили преступления в целях предупреждения, пресечения повторных правонарушений и преступлений. Рекомендую подумать о последствиях, потому что все дети при совершении противоправных действий они наказываются. Так что давайте соблюдать закон. От нас требуется учиться, помогать родителям и не нарушать закон. Сотрудники полиции и педагоги уверены, что вовлечение родителей и детей в подобные мероприятия способствует формированию культуры поведения на дороге и помогает предотвратить опасные ситуации.